Вы смотрите обзор товара-средства от сорняков Снайпер, 50 мл. Ссылка для покупки находится в описании под этим видео на YouTube. Снайпер бьет точно в цель. Водный раствор, 36 грамм на литр глифосата кислоты в виде калийной соли. Снайпер отменяет прополки. Ураган Форта в снайперской форме средства готово к применению. Уничтожает любые сорняки, в том числе с мощными, глубокоуходящими корнями, которые невозможно уничтожить при прополке, не повредив посадки культурных растений. Для чего и где применять? Избирательное уничтожение любых сорняков. На грядках земляники и овощных культур, на газонах, в цветниках. Как применять? Нанести препарат из флакона на листья сорняков. Действие и результат. Препарат поглощается растением, быстро распространяется по всем органам, включая корни и полностью уничтожает как надземную, так и подземную его части. Через 3-5 дня сорняки начинают засыхать, через 2-3 недели полностью отмирают. Безопасность и экология. Третий класс – умеренно опасное вещество. Малоопасен для пчел, не токсичен для дождевых червей и почвенных микроорганизмов. Не поступает через почву в культурные растения. Если вы смотрите этот ролик на YouTube, то заказать товар можно по ссылке, которая находится в описании под этим видео.